В день рождения завода 5 октября 2012 года на Ленинск-Кузнецком заводе строительных материалов был выполнен годовой план по реализации продукции. 28 миллионов штук кирпича. Это в два раза больше, чем в первый год своего существования. За 15 лет завод поставил строительным организациям 388 миллионов штук кирпича. Началось строительство завода в 1994 году по инициативе под контролем акционерного общества агрокомпании «Ленинсуголь». В то время возглавлял компанию Валентин Петрович Мазихин, сегодня первый заместитель нашего губернатора Амангуевича Курьева. Строительство завода предназначало для создания в городе производства строительных материалов, для осуществления программ социального и технического развития угольной отрасли, программ личного строительства города и региона, создания новых рабочих мест. Костяк – так называют тех, без кого Ленинск-Кузнецкий кирпичный завод и не состоялся бы, и не завоевал уважение. По сути, это добрая половина сегодняшнего коллектива, который насчитывает 150 человек. Тогда они ничего и не знали про кирпичное дело, зато обладали глубокими знаниями в разных отраслях, настоящим трудолюбием, умением и желанием учиться и трудиться. Сегодня можно уже смело сказать, что предприятие прошло огонь и... Прошло и огонь первых лет работы, и воду сложного кризисного периода, и медные трубы заслуженного признания. Сегодня Ленинск-Кузнецкий завод строительных материалов – предприятие с отличной репутацией, состоявшимся коллективом, сложившимися традициями, надежным партнером в делах и социальной политике. Изначально на вашем заводе руководство делало ставку на современное внедрение новых технологий, наращивание темпов развития, создание условий для работы коллектива. Однако, каким бы дорогостоящим и высокопроизводительным ни было оборудование без специалистов, оно не может быть использовано. Сейчас завод выпускает 10 видов кирпича, и весь коллектив заинтересован в конечном результате, вкладывая свой труд, начиная от добычи сырья на карьере глины, приготовления и закладки шихты и до его отгрузки потребителям. На Ленинск-Кузнецком заводе строительных материалов по-настоящему гордятся своими работниками и ветеранами. Ни один из сидящих в зале не остался без почетной грамоты или благодарственного письма. От родного предприятия всем подарки. Надолго запомнится работникам завода и юбилейный концерт, который преподнесли учащиеся школы искусств номер 18. Многие из ребят – это дети или внуки работников завода.